Ты пока записывай, я тебя тут помочка. Спасибо, ты добрый. Ты записывай, записывай, да, я тебе маленько поколупаю. Да, да, ты у меня уже 100 рублей должен. Да ты, я тут уже, по-моему, на 1000 влип. На счетчик поставил, да? Ну, на счетчик, сейчас еще и на процент, да. Хорошо, что ты хьюманом не засчитываешься, а то так бы, знаешь, еще. Ну, не говори. Штраф зашел. Друзья, всем привет, с вами Капанда, добро пожаловать в Roblox, мой любимый Рогуль, он же токийский гуль. И мы продолжаем вместе с моим другом-ютубером RedCat'ом играть в этот прикольный режим. В этом видосике я расскажу ему про арену, мы туда забежим, попробуем попвпшить, и я поотвечаю на его вопросы. Усаживайтесь, друзья, поудобнее, берите печенюшки и прожмякайте лайк. Приятного вам просмотра! О, все. Теперь спасибо. Я не медведь, теперь я кролик. Кролик-панда, это как интересно. Да, да, кролик-панда теперь я. Побежали на арену. Вот теперь уже можно нормально подраться. За Джейсона было бы там вообще не особо. Сейчас еще раз посмотрю. Так, это с рывком. Ну, сразу говорю, нужно к скиллам привыкать. Вот я когда персонажа первого покупаю, ну, точнее, тестировать начинаю, всегда проигрываешь, потому что, ну, нужно привыкать к скиллам, как там, куда их наводить и так далее. Ну, я там же. Ну, чем хорошо, на арене, как я говорил уже, все статы уравниваются. То есть мы сейчас с тобой там будем равны. То есть сколько там, сколько у меня не было прокачано, там ты можешь быть первым уровнем, а я 2000 уровнем, но на арене мы по статам будем равны. Вот в этом плане там удобно. Забился в конвуль. Финс. Ладно, потом пофармлю. Забегай. Ой, сюда, зайчик. Капец, меня уже на 9 место скинули. Я вчера был на первом. Так, подожди, а что тут за очки? Ты убил столько людей или что? Да, это чисто на арене, когда ты дерешься, и количество убитых уникальных врагов. То есть, например, если ты меня убьешь, ну, либо я тебя убью, только единичку засчитаю. То есть, я тебя второй раз убью, второй раз не засчитается. Только уникальный. Так это ж легко набивать. А? Так это ж легко набивать. Ну, а как ты вот столько народу найдешь? То есть, надо вот... Ну, как у тебя подписчиков сколько? Ну, да, мы так... Меня только здесь на стримах только так вот, если честно, и копится. Я вот вчера вот за стрим 88 человек настрелял. Но имеется в виду, я настрелял больше, а именно уникальных было 88. Ну, чё, будем драться? Тут основное. Расскажи про тактику, ты ж у нас уже... Ага. Мне нравится больше, когда вот на С, то есть модификация, которая дальнего боя. Она прикольная. Ну, то есть так это просто твоя... ходить и стрелять. Да, смотри, ты с шифтлоком играешь, кстати. У тебя такой прицел есть? Я нет. Вот смотри, ты можешь вот так вот вокруг меня бегать? Видишь, я смотрю на тебя и бегаю вокруг тебя. Ты можешь вот так вот бегать? Нет. Нет. Смотри, нажми Escape. Ну, я понял. И в настройках шифтлок. Вот так вот удобно пвпшить. Подожди. А и на shift нажми. Вот в настройках shift lock и на shift нажмишь активировать его. То есть на shift нажимаешь, включаешь, выключаешь. Чтобы такой прицел появился. Вот. Смотри, когда дерешься на арене, так стараешься... Прицел на мне он почему-то. Да, он на тебе, все правильно. Но теперь ты видишь мышкой, когда ты бежишь в бок, ты не поворачиваешься, а бежишь прям в бок. Когда у тебя с прицелом с этим, видишь? Я могу теперь на себя смотреть и бегать. Бомбами. Да, то есть твоя цель меня держать перед собой, а самому в бок бежать. А еще лучше два раза в бок нажимать, вот так вот стрейфиться, чтобы не было тяжело по тебе попасть. Вот все вот так вот и пвпшат. То есть смотри, ты должен вот так вот быстро перемещаться и стараться по мне попасть. Да, но в основном твоя цель попадать скиллами E, R и самый сильный это F. Левой клавишей мыши он прикольный, конечно, но он не такой сильный. Так, подожди, почему ты меня не дамажишь? Да, кстати, мы ж не отключили, наверное. Да, в Алиас давай мы уйдем. И это... Я думал, на арене она не действует, она даже на арене действует. Ага. Самый крутой, ты говоришь, это F у меня. Ну да, F всегда самый сильный. Вот давай где-нибудь встанем. Пульнул. Во. Вот сколько? 1/5 примерно мне сняло. 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 Сейчас, если так. Видишь, уже поменьше. Но зато у него очень маленький откат у этого, у левой клавиши мыши. Видишь, он быстро очень откатывается. Да. У F я, конечно, целиться не могу.
Откат маленький. То есть вот, моя цель вот так вот бегать, уворачиваться, конечно, там стараться. Так, 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 ты не шути так. Пардоньте. А оно восстанавливается или нет? Здоровье. ХП? Да. Да, восстанавливается потихонечку. То есть, если ты без брони. Бьешься время, да? Вот. И вот так вот. Как тебе попасть, если ты постоянно будешь бегать? А вот, ну, надо практиковаться. Вот самое-то интересное, что здесь вот это как, знаешь, вот как файтинг. То есть нужно привыкать к персонажу, знать, какие у него скиллы, очень быстро перемещаться. Вот это самое интересное. Мы вот такие битвы, вот я ролики записываю, например, там, ну, какой-нибудь один персонаж против другого, там, выясняем, там, кто сильнее, там, либо, ну, посмотреть, как они себя поведут, прикольно. Больно! Ты говори, говори, я пока тебя добью. А ну смотри, давай ты меня можешь убить, и у тебя будет вот это одно очко, которое будет там, и ну про то, что мы говорили, вот эти уникальные, которые на арене. Я сейчас буду уворачиваться по максимуму, сейчас буду лечиться. Вообще пойму еще раз с этим управлением. А у меня вот такой скилл прикольный есть. И вот такой. Я рандомно все равно стреляю. Все, убил меня. Красавчик! Убил? А я думал, куда ты делся? Рассыпался на запчасти, как я говорю. Думаю, читер уже когда-то в стену зашел. Так, а где ты? Пошел статистику смотреть, девочку, эй. Она у тебя вот здесь вот должна, внизу слева в самом. Вот здесь вот. Справа там есть. А, справа, да, внизу справа. Your score is one. Да. Вот у меня 88, у тебя ничка. На стримах также заходи с подписчиками и будешь быстро стрелять. Да сейчас я сегодня накидаю. Сейчас быстренько, да, напарнем. Что-то долго, что ли. Банду Рагуль создадим. Вот видишь, по иксе, чем хорошо, мне нравится, когда есть две модификации, получается у тебя как бы побольше скиллов и побольше разнообразия. Когда только одна модификация... То есть, ну, у тебя три скилла получается, E, R и F, и все. А когда на C, получается, эти же скиллы еще модифицируются. То есть, гораздо интереснее. В этом плане мне, конечно, икса нравится. И еще, чем у иксы прикольно, то, что ну, можно софт фармить. Ну, там у многих еще есть, конечно, у кого можно скиллами фармить софт. Успеваешь переключать все эти режимы? Нет. Я имею в виду с C. Я в основном вот с удаленным. Я один режим выбираю и с ним... играю как бы PvP-шу. Потом, например, на следующий раунд могу с другим режимом. Вот прям внутри в битве, так, ну не знаю, я не такой уж супер скилловый, чтобы еще и режимы менять внутри битвы. Я как бы вот один выбрал и все, бегаю с ним вот за собой, как бы у меня в основном дальний этот. Вижу. Ну что, понравилось? PvP-шу. Ну я сразу говорю, нужно конечно. Привыкать, нужно много, как бы это. Ой, тихо. Тебя закалю. Слэкот. Я тебя защекочу, иди сюда. Куда? Сейчас, подожди, я утеплюсь. Все, я маленько утеплился. А, ну да, ты же типа модный трансформер. Трансформер, Optimus Prime. Ну давай, побегай, так ты сам умрёшь. Да. Ой, тихо, надо маленько подлечиться. Надо маленько подлечиться. Здесь особенно очень прикольно, когда с подписчиками, когда много-много народу, представляешь, вот все такие, у всех разные скиллы, 20 человек. Если такая прям жара, то прикольно. Да, вот в толпу там какой-нибудь пускаешь этот вот сплэш скилл какой-нибудь, там народу куча, все что-то друг друга нарезают, все там рут. Пошлёт, типа. Да, ну мне нравится, мне вот нравится этот режим именно в PvP. Чё говоришь? Я уже прям вкусил. Ну, так ты попробуй. Я говорю, ты с подписчиками попробуй поиграй именно на стримах, знаешь, как интересно будет. Так нет, тогда нечем было стрелять по ним, понимаешь? Вот, теперь тебе есть чем стрелять. Сейчас уже есть. Вот эта квинки за 50 миллионов икса, она такая довольно-таки хорошая и сильная. Понятно, что там сова получше будет там за 500 миллионов, там либо гинкуй. Или за 400. За 400, да. Но не в 4 раза, не в 4 раза он сильнее. Ну, если там, например, в 5 раз они сильнее, чем там какой-нибудь Ивпанч, вот этот самый начальный, либо там у тебя был этот Джейсон, то вот икса там, ну, чуть-чуть похуже, чем вот эти. Ага. Поэтому за Она разнообразная, из-за этого прикольно, потому что да. Да.
Она вот разнообразная. Мне вот эти MXI тоже понравилось. И скиллы красивые. Мне главное, чтобы еще тоже красиво было. Чтобы выглядело. Как бы я эстет люблю, чтобы красиво было. Да, да. Чтобы скиллы... Эй, ты что такой злой? Эстет, ты щать. Сейчас мы тут тоже маленечко. Да, по ПВП-шам. Я только попытаюсь тебя попасть хоть раз, когда ты дергаешься. Вот в том-то и смысл, что здесь нужно уворачиваться, стараться. Вот так вот. Ты меня убил? 1-1. Ух ты. Ну я просто часто очень ПВП-шу, мы здесь часто прикалываемся, я так уже маленечко попривык. Конечно. Подольше поиграть. Так, я с чемоданчиком такой видео пришел. С чемоданом по голове, да, как вот так вот? Да, думаю, может, тебя так пройдет. Смотри, можно же на ку драться еще. Чемоданом, по голове, по руке. Дайте попинаю. Чемоданом по голове получил? Сейчас, подожди, я тоже хочу. Видишь, он чемоданом бьет. Ну, Дед Мороз. Слушай, а когда они чемоданом берут? У них какое-то чемоданное настроение до сих пор. А, в смысле, этот уже подарок? Как бы, да, уже Новый год прошел, они все чемоданы. А тут, по-моему, можно убрать в настройках. Сеттинг внизу. Сеттинг нажми и стат, и внизу сеттинг слева. Вот где алиас. Да, я понял. И сейчас, нажал. Если нажмем ресет, я попробую ресет нажму, и должен он убраться. Но это не точно. Disable. Да, да, все. Теперь обычный чемодан. Но мне подарок как-то нравится. Новый год, какое-то так хоть Рождество. Все, я с чемоданом. А что ты отключил? Какую? В самое нижнее. Сеттинг, вот заходишь, и внизу косметикс. Да. Вот там есть скрин. Это скрин, это снежинки. А вот косметикс, это вот косметические вот эти вот. Все, понял, отключил. Да, и нажми. Ну, потом, либо тебя убью, ну, либо ресет. Нажми черок. Давай, убивай меня, эй, ты. Читай. Быстренько, да. Слушай, а что ты быстрее меня убил? Ну это ж сова. Пол хп. Все-таки. Ладно. Воу-воу-воу-воу-воу, что-то я подлетел высоко. Куда ты вылетел? О, у меня 89, спасибо. Ред, ты внес маленечко лепту. Теперь мне легче будет подниматься. Ну ты все равно на 9-м, это не так. Да, я все равно на 9-м. Отобразилось. Я. Ну, короче, надо будет потренироваться. Мне нравится. Чо-чо-чо. Попробуй против разных там. Я вот как снимаю видос, там, например, говорю, давайте у кого там какой квинки там. Ну там, если есть более-менее нормальный, говорю, давайте зайдем на арене. Мы играем до 10 раундов играем. То есть там может быть счет там 3-7, либо 5-5. 10 раундов проводим, и все, там победитель там. Так, вот так вот. Кто-то выиграл. Интересно потом посмотреть. Ты на Робоксе играешь? Робоксе? Нет. Нет, я для видосов только играю. На Робоксы, ну, что-то неохота с подписчиков Робоксы-то трясти. Нет, так наоборот, победить. А ты все время выигрываешь, что ли? Ну, не всегда, нет, далеко не всегда. Есть вообще, кто хорошо играет. Кто победит, там Робоксы? Ну, где-то процентов 70, может быть, 80 я выигрываю. А так есть, что меня там вообще дерут очень сильно, очень больно. Очень. Я играю как бы нормально, но я бы не сказал, что я там супер-профи. Но мне нравится. Вот эта игра, сам этот режим, очень веселый он, занятный и прикольный. Давай тоже играй, практикуйся, будем с тобой, представляешь, да, мне... Все, пошел просто тренироваться сейчас. Кстати, хорошая идея, ты спросил, играете на Robux, я говорю, да нет, мне с подписчиков жалко Robux это трясти, а вот с тебя будет не жалко, давай с тобой на Robux поиграем. Тебя можно потрясти, да. Ну, да не, я шучу, конечно, но так для спортивного интереса, например, для видоса там можно... Там, ну, на какие-нибудь на мелочь, там, на 100, на 200 рубаксов. Да. Так, для прикола просто. Прокачаюсь, потренируюсь, тут приду на арену. Но... Не, самое главное тут ради спортивного интереса. Ни на какие, ни на рубаксы. Это мне как бы нравится. Просто побегать, попвпшить и интересно поиграть. Рубаксы это так, мелочь. Так, фокусы у меня. Ну, все вроде так, понятно. Задание есть. А, кстати, в кафешке что-то есть интересного этого? А в кафешке то же самое, только когда ты играешь за гули. То же самое ты берешь у него задание. То есть кафешка, это там... Что тут еще интересненького можно? Квесты, сова, ПВП.
и автокликер. Да. Самое главное, конечно, это автокликер. Автокликер наше все, да. Да, автокликер это наше все. Ну вот, в принципе. А что следующее, кстати, посоветую? Вот за 50 лямов я купил, а следующее за сколько? Ну, мой тебе совет: за 75 уже не покупай. Ну, не буду, ты же сказал, что там, типа, потому что. Ну, единственное, что вот, например, если ты захочешь ради видео там, либо захочешь затестить, вот самому захочется, то есть на руками оно не намного сильнее, чем вот икса. Да, там тоже прикольные механики, прикольные скиллы есть, но не намного, она недалеко ушла, далеко не сильнее, чем икса. Ага. Лучше накопи вот на гинкуй 400 лямов. Кайка тоже прикольный, но кайка послабее. Ну, а мой совет, конечно, на сову копи. Сразу будешь топчиком. Вот сова. Так, сова это 400 или сколько? 500. 500. Ну, там, где 400, уже и 500. Но сразу говорю, за гинкуй. Гинкуй, наверное, даже будет чуть-чуть посильнее, но за него сложнее играть. Там тоже надо вот хорошо скиллы применять. Он там фризит есть. Прикольно. Вот гинкуй вообще тоже топчик. Я вот когда играл, сова против гинкуя, вообще тяжело было, очень тяжело. Я там еле-еле вывозил, и даже, ну, как бы мы там играли, даже меня, по-моему, убивали. Я только видос тогда не записал, видоса у меня не было, но тяжело вообще. То есть гинкуя... Слушай, а чего-то, что it, что f одно и то же он делает? Что e, что f? Да, или это не так. А кажется. Я не помню уже. Давай протестим, вот смотри, давай я встану. Не-не-не, там шипы по-другому, я уже вижу. Они вверх, а там типа... А, это как бы вперед стреляет, а это из-под низу они. Не, ну да, но оно, я имею в виду, и то вперед как бы стреляет. Да, да. Ну дальность уже, видишь, дальность разная. Вот ты вот, которые снизу, видишь, по мини попадают. На I, да, сейчас на F. А вот на F попадают. Смотри, давай я еще дальше попаду, отойду. Ну-ка, на F попробую еще. Вот, видишь, опять попадает. Видишь, какая дальность высокая? В два раза дальность. Серьезно? Вот, по мне попадает. Вот сейчас. Ну, просто по тебе не видно, у тебя же хп. А ты, у тебя если громкость есть, я слушаю. Когда по мобу попадаешь, слышно вот так этот звук характерный. Сейчас я подойду, да, что-то с тебя вот. Хорошо поснимало. Подожди, а это короткая сейчас? Короткая, она в три раза короче, она вот видно даже. Она просто на три квадратика, наверное, да, вот этих? Да. Я вот вижу, она даже половину пути не пролетает. А это прям... Слышал так через карту? Нет, так сейчас. Как бы так шоркает там. Подожди, давай максимальную дальность. Нету? Не, нет. Не-не-не, что-то далеко ты убежал. Ладно, поближе. Тоже не? Сейчас шик буду. Вот, почти нет, еще ближе. Вот так. Ну-ка, подожди, вот то же самое, я чуть-чуть левее встал. Ну-ка, подожди, еще разок. Слышал? Сейчас да, но как-то у меня... Сколько тут квадратиков? Сейчас я посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть квадратов где-то. Ну, я когда тестирую, я, конечно, вот так встаю на квадратике. Так вот удобнее тестировать. По диагонали их не посчитаешь. А знаешь, в чем прикол? На днях вышла Такизава, третья стадия. Я, знаешь, как тестировал? Я встал вот сюда, вот в самый-самый угол. Короче, у меня вот на видосе есть. Вот так в уголок встал одним персонажем. А вторым стал вот самый-самый-самый, вот то, что вот по диагонали, как можно, самый далек, вот сюда. И прикинь, и попадает. Ничего себе. Я хочу потом затестить, мне такое чувство, что он через всю карту летит скилл. И причем, чем дальше он летит, тем больше урона наносит. То есть я вот так вот вплотную стоял, там с трех выстрелов. Слушай, а ты не пробовал подписчиков поставить еще за здание, чтобы, может, и там замажет? Может, он и через эту, через стену летит. Может, через карту лупит себе всех там подряд. Нет, я хочу встать потом, кстати, действительно попробовать на улице, но гораздо, чтобы стены не мешали, прям вообще далеко. Может, он с одной плюшки будет убивать? Ну да, и через стены посмотреть, как он будет. Ну, через стены, да. Кстати, интересно. Надо будет проверить. Через здание. Блин, хорошая идея, Ред, спасибо. Надо будет проверить. Так, ты пока записывай, я тебе тут помочка. Спасибо, ты добрый. Ты записывай, да, я тебя маленько поколупаю. Да, ты мне уже 100 робоксов должен. Да я тут уже, по-моему, на 1000 влип. На счетчик поставил, да? Ну, на счетчик, сейчас еще и на процент, да. Хорошо, что ты хьюманом не зачитываешься, а то так бы, знаешь, еще
Ну, не говори. Штраф зашел. Ух. Ладно, ребят, спасибо за компанию. Было приятно с тобой, как всегда, поиграть. Взаимно. Если будут еще вопросы, ну я уже не знаю, по-моему, все рассказал. Да нет, нормально, может как-нибудь какой-нибудь стримчик совместный проведем, или я зайду. Да. Все, спасибо, пошел качаться. Да, качайся в фарме, копи иены. Все, давай. Давай, счастливо, Ред. Было приятно с тобой поиграть. Давай, счастливенько, пока. Счастливо.